В совхозе имени Ленина знают, как заботиться о людях. Для детей здесь организованы бесплатные кружки, а пенсионеры окружены особой заботой и вниманием. Клуб «Золотая осень» под патронажем профсоюзной организации ЗАО «Совхоз имени Ленина», который руководит Зинина Наталья Павловна, регулярно проводит мероприятия для пожилых. 3 февраля 2021 года была организована очередная экскурсия в экодеревню совхоза. ЗАО выделило транспорт для перевозки к месту, а сотрудницы контактного зоопарка провели увлекательную экскурсию. Как всегда, не обошлось без воспоминаний о доблестных трудовых буднях. Вот вокруг вот этот свой, все лыжи. На лыжах. Свиридов, наверное, ходил, да? Он особенно не ходил, он был жюри. Участвовал, да, в этом жюри. Процессе. Да. Чай. А Закотин Валерий Семенович. Валерий Семенович Закотин, да. Это. И кто первое, второе место придет, кто первый. Трико тогда давали за первое, второе. Трико дарили, да. Майки, футболки. После кормления животных и прогулки по территории контактного зоопарка нашим пенсионерам предложили согреться у русской печки и испечь в ней сделанные собственными руками плюшки. Смотреть даже на этот огонь очень хорошо, даже приятно и для здоровья даже хорошо. Русская печка, вот она. Даже можно на печке лежать, да. Отдыхать под огонь. Смотри, как здорово, да? Ночной дух, который мы вот ощущаем, то самое тепло, оно на самом деле исцеляет, оно целебное, поэтому болеть больше никто никогда не будет после нашего мастер-класса. Самые любимые мастер-классы наших гостей – это пирожки. Пирожки у нас с абсолютно разной начинкой – картошка, яблоки. А ты пальчики намазываешь? Замешиваем все. Побольше можно. Ну, ваши пальчики уже сходят. Много яблок. Настоящие. Бабушкину и мою. Давай, берем кисточку. Кому еще помазать, говорите. Я все помазаю. Давай, быстренько прям маш. Это твоя мама? Тяжелый праздник. Вы думаете, или она еще? И, наверное, еще плюс зимы. Моя крайняя. Это моя, вот это твоя мама, а вот это Левина. Вот это моя. Готово. Там внизу из-за сахара все получилось. Это мамина. Завершилось мероприятие душевным разговором и чаепитием. Пенсионеры поблагодарили за организованный им теплый досуг и обсудили ближайшие планы. Как по вкусу это? По кричи надо идти. Очень даже. Рукоделие. Ну, собственно, рукоделие, конечно. Ну, у меня очень даже. Не получаются. Что Васильевна на это. А как вообще впечатление? Очень хорошо. Я первый раз. Проработала всю жизнь здесь, а здесь первый раз. Спасибо всем за организацию. Тут так уютно, просторно, светло, тепло. Еще и пирогами угощают. Это вообще класс. Работал когда-то здесь. Надо больше, лучше да некуда. Очень понравилось. Я бы тут и осталась даже. Золотая осень! С вами был ТВ Совхоз. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о свежих новостях совхоза имени Ленина. До скорой встречи. Спасибо, до свидания. Все, до свидания. Спасибо большое. Вот мы только приехали, все довольны. Просят еще раз по весне организовать поездку, когда зацветут цветы, когда зацветут яблони.
В общем, у нас очень хороший день сегодня.